Вода, к слову, подступает и на дорожном фронте. Накануне по республике было ограничено движение транспорта. Вот где берут начало водопады Хакасии. Трасса Абакан-Бея. Поплыла трасса. Сложности для движения транспорта сейчас наблюдаются не только в Бейском районе. Дорога подтоплена на подъезде к Устьябакану. Ведутся работы по ликвидации перелива на участке Усть-Чуль-Верхняя Тёя. Вода подступает к проезжей части между Шира и Туимом. Согласно информации Минтранса Хакасии, движение пока не перекрывается. Однако автомобилистам следует быть предельно внимательными и выбирать максимально безопасную скорость.